Хайрлы кеш, хөрмәтле телевизор караучылар, эфирда иске яңа тапшыруым. Без һәр вакыт ишетергә күнеккән, бүлекке кебек тәмле түгел, яисә инде иске күпкә яңадан яхшырак дигән сүзләрне. Бу чыннан да шулай микән соң? Мумадыш ТВ телеканалы моны үз мисалында тикшереп карарга булды. Ничек дисезме? Без үзебезнең архивтагы кызыклы тапшыруларыбызны чыгарып, аларны сезгә тәкъдим итәчәкбез. Һәм андагы геройларны да без инде бүген эзләп табачакбыз. Беренче тапшыруыбызга геройларны без моннан 13 ел элек узган бик тә кызыклы Мисс Нукра дулкыннары бәйгесеннән табырга булдык. Һәм инде алар бик тә киң кырлы талант ияләре булып чыктылар. Ул вакыттагы бәйгедә 12, 13, 14, 15 яшьлек кызлар булып катнашсалар, бүген инде алар танылган хезмәткәрләр, кайсы инде ирдәге хатын һәм шулай ук дуслар әни дә булырга өлгергәннәр. Берничә героинебез белән бүген тапшыруда таныштырырбыз. Киттек! Алиса, біздің сенің білен бүгінгі үшіраушылығызның миссиясы бек тә жидді. Біз сенің білен қазір экспертлар ролін алтырабыз. Хам, бек ауыр үш болашақ бұл біздің үшін, шынки біз өзі-бізні өзі-біз танқиқлейшек біз. Сен маң әзір мә? Әзірінде әлбетті. Дуслар, біз біргелешіп сіздің білен қазір Мисс Нукра дулқынлары бәйгісіне көз салашақ біз. Хам, енді біздің Алиса бірінші қатнашушыбыз бұл тапшыруда, һәм шулай ук әле әлеге Мисс Нукра дулқыннары бәйрәменең кичәсенең бәйгесенең дәген қатнашушысы иде. Менә хәзер аңа үзен күрсәтәбез. Ничә ел элек булды икән ул? Бер 12-13 ел элек безнең Алиса нинди булды икән? Менә шуны күрербез хәзер, үзенә дә күрсәтербез. Һәм инде бигрәк тә аның ул вакыттагы образларын, ул вакыттагы йөрешләрен, сөйләшүләрен бераз гына үзенә күрсәтеп, аннан нинди дә булса бәя күрәсе киләбез. Номер 11. Последняя участница Алиса Спиридонова. Страна чудес не только за зеркалье. Мир прекрасен. Главное быть оптимистом. Алиса Спиридонова. Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуй, мой город. Здравствуй, мое любимое радио Нукра дулқыннары. Вас приветствует ученица 10 класса Спиридонова Алиса со своей сольной программой «Алиса в стране чудес». Я рада участвовать в сегодняшнем празднике, потому что я люблю этот город. Люблю реку Вятку, улицу, на которой живу, и люблю свою семью. Мне всего 15 лет, и у меня все еще впереди. Учеба в желаемом вузе, работа и, конечно же, семья. Такая же дружная и веселая, любящая меня, как моя сейчас. Я в этом не сомневаюсь. Я хочу поздравить телерадиокомпанию «Нукра дулқыннары» с днем рождения. И дарю им каравай. «Нукра дулқыннары» радиосына дур, зайжирли телевизор. Бу мин. Шагынма. Шага. Кто был изобретателем радио? Попов. Хазер сине табабыз. Менә син. Үземне сразу таптым. Матур-матур кызлар. Звонок другу. Звонок другу можно? Повтори. Я не знаю, но звонок другу можно? Можно. Телефон с собой? Так. Или одолжить? Давайте позвоню другу, который у меня в голове. Мне бы уйти на Коенкельде позвонить другу. Коенкель я мекенен дал. Меня гель эленеди уйлар келешу. Шешек утерп шагама менанда? Шешек тутканана ие. Меня бу конкурсна косидра номинациясында әти бүләк итте бу шешекне. Сәхнә артында басып торганда шыққанчы әни тиз генә букеттан тартып алды ул шәшәкне. Ул вообще планда юк ие шыққанда. Бөтен нәрсәләр кулларына тотып чыгалар матур иттереп. Менә бер нәрсә дә юк ие. Шәшәк булды инде. Димәк әле синең бөтен гаиләң сәхнә артында сиңа ярдәм итеп торганнарымы? Әни сәхнә артында иде. Двоюродный опам сәхнә артында иде. Әти залда иде менә.
түрісі шынды мемей, білекей, еш шақылар. Шушы мисс Нұқырат ұлқынар бәйгісінде сенің көңіліңде мені әлі бек көп еллар қатырыңда қолған момент, ол қойсы момент болды? Бұл момент, наверное, мұндай. Бұл конкурста екенші орын алдым бетенді мен. Вице-мисс болдым. Көп кіне еллар, көп кіне әдемінде бір екі ел тошына сүйленіп үрділер, әті сатып алған деп. Мен нешақылы тұрышқан мұнда номинацияларда нешақылы күш түккен әйе. Әлінәрі сатып алған. Неше бірінші орын сатып алмаған алайса. Елі Эдитінің әтесі көбірек түлеген бекенінде, есілі патакой логике судетіме. Мені мен өзім ұйыштырушылар ретінде болғаш, мен ашымды қызық шыншында. Дұслар, мұнда енді бірнендей түлеулер, нендейдер бүлеклер, ақшылар беру еуіде. Ол, мен ақалса, ол заманына танчық тұртыру келмей бетелі. Еш ол? Әмінде, нендейдер кішкенегіне мамадыш үшін нәрсеге керек анды жемені сатып алу шылай бетінде. Олайда кімнің кім екенін, кімнің нендей неше өзін көрсәті өзін сәхнеде бүтін күші көріп тұра шылай бетінде. Журинің сөзі шындай болған, екенші орынға лайық болдым. Поэтому... Йоққа түгіл. Сатып алынмаған. Сатып алынмаған, айы. Дұслар, біз юққағына әлекі ешік яңында басып тұрмейбіз. Шенке мен әмінде яқынра келіп қорасағыз, алсу деп язылған. Хәм бұ бізнің жұшы мес Нұқырат ұлқынары бәйгесінде қатнашқан тағын бір матырғына қызы бізнің есімі. Шақы ғалі, өзі іштәм екен. Есәмісіз? Есәмісіз, дұслар, кіре біз әйдегіз алсу яңына. Алсу қайырлы күндер. Меңа мұны нешіктір әне етті. Қызы, мұны шынды конкурс бар екен, бармейсің ұлчасы тетірге. Мен білсем шушындай ұлы шуңқалік кішілер болыр деп, шындай ұлы конкурс бұла екен білсем, мен құрқыры, мен бармасы. Мен думала, тігі бір редакцияға бары, бір нәрсегіне шындай бір болыр деп ойлағаным. Анарын чектір кетті, как дефиле, итесін, ярар ансын да оңла бітірмедік. Пока не настал сам конкурс, мен аны оңла бітірмедім нендей ұлы... Шора екенімді. Әйе, әйе. Алсын қасын ашыны біле тұмшағыз. Девчонка я веселая по имени Алсу и ведь очень смелая, нигде не подведу. Люблю я танцевать, готовить, вышивать. Учиться на отлично, нигде не отставать. Вообще образларымны әлі нәрсе ойламадым, нәрсе бары ешуыны керек. Бір күлмек олдық, конечно, әне білен қызылыны жүр-жүрладым меніңді. Аның білен, бұлай түгі бік готовиться еттім деп, әйте олмайым. Аны мне полностью қорасағыз, көріне ол, сезіле. Кімдір мене на голову вышанда, алар ұлырақ тағын шынсы да бар енданың. Мен әйтен бет, мұндай ұлы масштаблы соревнований болыр деп ойламады. Дүнияның бар емін дүя, барлашып яши кемне. Жырны қоманда яратан әлі жырлап береге, обинаң туында жырлады бәлі меданы. Шындай момент спомнила, за кулисами перед началом кімдір прическа ясады, например. И мен, менім қояйынды мұнда прическа ясарлық, шеште ең бүтінді, елсесі да келмей менандай бірі, қызықмамды. И мен просто сұрадым, кім ясады сеңа мұны? Ол сеңа бары жетішмейінді қар ясарға деп, мен ответілі, и мен түгі бетеш, мен бетінді түгі сен білі саперінші тетеп отырға жейінім шекіл, мен вапше түгі жеңірге деп нәрселер анды ойымдала болмады енді. Если честно, вот.
Топшыруыбызна дауам итәбез, дуслар, һәм инде Шираттагы героиня. Ул әлеге бәйге дауамында үзенең зауыгы, стиле, ниндидер матур киемнәр белән аерылып торган Эдита Аршакян. Эдита бу бәйгедә беренче урын алды. Мисс Нукра дулкыннары статусына ия булды. Һәм инде әлеге без героинябызны да оптык. Әмма ләкин ул бүген инде Мамадышта яшәми, хәтта Татарстаннан, Рәсәйдән читтә. Әйдәгез, социаль челтәрләр аша аның белән элемтәгә кергән язманы да күзәтеп узык. Добрый день, передаю большой привет из Чехии. Почти полтора года как живу в Европе, вышла замуж. У меня маленький сыночек, 5 месяцев ему исполнилось вчера. На днях получил сообщение из Мамадыша относительно того, что готовится репортаж на тему «Мисс Нукра Дулкыннары», конкурса, в котором я участвовала, победительницей которого я стала. И с большим желанием, с большим интересом записываю этот видеоролик. Хочу рассказать о тех памятных минутах, о тех незабываемых минутах, которые мы пережили все на этой сцене. Было очень трепетно, было очень душевно, было очень тепло. Конкурс мне очень запомнился, потому что именно тогда я почувствовала огромную поддержку, огромную любовь, огромную заботу со стороны своей семьи, со стороны своих близких, со стороны моих друзей, родственников. Было все очень было трепетно для меня. Каждый внес свою лепту в подготовке конкурса. Кто-то помогал с макияжем, кто-то помогал с прической, кто-то помогал в подборе костюмов, кто-то помогал тянуть качели, наверное, которые запомнились всем. Кто-то очень виртуозно инсценировал игру на пианино. Все было очень-очень трепетно для меня тогда. И я благодарна всем и каждому в отдельности за тот день, который они провели со мной. Тем людям, которые рисовали плакаты, которые держали эти плакаты в зале. Все было очень-очень-очень. Казалось бы, прошло столько лет, но я с трепетом в голосе, с нежностью на душе вспоминаю этот день. Было помимо вот этих веселых и душевных моментов, которые я испытала, были, конечно, и сложные моменты непосредственно во время самого конкурса. Помню, у меня было время на то, чтобы переодеться и подготовиться к следующему конкурсу. И каким-то чудесным образом у меня закрылась дверь в гримерке, и я никак не могла добраться к своей одежде, к своему следующему костюму. А через несколько минут уже нужно было выходить на сцену. Әлігі архив кадрлары мені қолса ұшамай қалмағандыр. Шуңа көр алдағы минутларда енді тұнышылап, Мисс Нукра Дулкыннары бәйгесінің тағын бір тулы үлішін қорырға тәқдим етем. Әмін сізіңмен сау болашам, әлігі топшырыбызның шираттағысында шулай оқ, матур, қызықлы геройларыбызны табырға тұрышырбыз. Пока-пока! There's a party over here, so you might as well be here with the people care. Don't hold back the world, cause all this bad time has come to the world, cause all this bad time has come to the world, cause all this bad time has come to galvanize.
помнят и трубы. Видите, сам герой, что это сидел в муке и трубы. Put apprehension on the back burner, let it sit, don't need to get it lit. Don't hold back, get involved with the jam, don't be a freak, hot chick, be a pig. Don't hold back, the world, get on the day, time is cold. The world, get on the day, time is cold. Встречаем Алсу Хасаншина.
Thank you.
Спасибо, Ильдире. А теперь Анастасия Климчук. Анастасию пришла поддержать группа «Дэнс», которой она сама и танцует. Oh.
Встречаем Эльвира Валеева. Было будто во сне, ты прикоснулся.